Во втором чтении законопроект был рассмотрен в последний день работы Государственной Думы в весеннюю сессию. Поправки, которые были внесены, они касались в том числе и изменения в закон о свободе совести и деятельности религиозных объединений. Поправки на Комитете по делам общественных объединений и религиозных организаций не обсуждались, наши специалисты не привлекались. И мы вообще традиционно, когда правим закон о свободе совести, приглашаем представителей традиционных конфессий и в диалоге понимаем, как лучше и каким путем идти, совершенствуя действующее законодательство. Здесь этого сделано не было, поправки появились в базе практически с самого утра, когда работа Государственной Думы только началась. Ознакомиться с ними не представлялось возможным, но отдельные слухи, опасения, они уже высказывались предварительно. Было известно, что религиозные организации, они возмущение, обеспокоенность выражают в связи с тем, что ряд поправок касается деятельности религиозных организаций, вводя понятие «миссионерская деятельность», вводя ряд ограничений. И учитывая, что это сегодня уже нормы права, то полагаю, что нам надо будет уже в Государственной Думе нового созыва собраться с представителями религиозных организаций, проанализировать практику правоприменения. Я убежден, что не будут повально всех там штрафовать, привлекать к административной ответственности. Там штрафы достаточно приличные и для физических, и для юридических лиц. Но при этом нам надо будет посмотреть, и, возможно, какие-либо поправки в дальнейшем будут внесены. Тем более, что и президент подчеркнул, что у нас законодательство совершенствуется, поправки вносятся, и все тексты, которые подписываются президентом, они в том числе и потом, когда уже являются нормами права, могут определенные корректировки получить. Поэтому полагаю, что Государственная Дума нового созыва этим вопросом будет заниматься.